Всем привет, ребят! Ну что, в это нелегкое для нас время, когда ни у кого нет доступа сейчас ни выйти по грибы, ни тем более не выехать, мы выходим недалеко от дома, буквально в 100 метрах, по дороге в магазин и пытаемся искать в ближайших посадках какие-то грибы, потому что сил сидеть дома на карантине уже просто нет. Уже не знаешь, чем себя занять, уже переделал все, что можно. Люди только и делают, что спят и едят. Это очень тяжело. Я вам всем желаю терпения, пережить весь этот период. Я надеюсь, все это закончится в ближайшее время. Берегите себя, берегите своих близких. Старайтесь просто не выходить из дома без нужды. Хотя я понимаю тоже вас прекрасно, тех, кто сидит дома, а там в лесу, в посадках есть наши грибочки весенние, наши сморчки, они лезут. Природа сейчас, представляете, как отдыхает от людей? Это очень тяжело. И вот по дороге домой из магазина я пытаюсь заходить вот в такие вот лесополочки, в которых три березки в три ряда, но ничего в них, конечно же, нет. К сожалению, нет никаких грибочков, мне не попалось. Только цветы, жизнь на улице кипит, людей мало, почти нет, машин тем более. Стараемся проявлять терпение. Ждем и надеемся на лучшее. Держитесь, ребят, я с вами.